Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Открываем сундук. Так, магнит, колесный ускоритель. Здесь заберем бесплатный тоже. Так, управление в воздухе и стартовый ускоритель. Короче, сначала добавляйте меня в ВК, потом я ссылку, так. Ссылку там что-то. Подожди, почему не могу печатать, ребята? А, нет, могу. Вот так вот. Все. Так, ну что, я пойду, наверное, на гоночки. Мне нужно сегодня попробовать получить 40 тысяч кубков. Ну, мало ли что я хочу. Ать, ребята. Я думаю, ты понял, какую я ошибку сделал, да? Но она не опасна, я просто не поменял водилу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Суперкар, тихо-тихо-тихо-тихо, родной. По-моему, суперкар допрыгался. Да, ребят, допрыгался, там баги прилетели и все остальные. Как гульки сбежались. Так, попробуем. Атя-тя, вот здесь я, короче, ребят, скорость потерял, потому что приземлился, как не знаю кто. А вот здесь вот, а вот здесь нормально все вышло. Прекрасно просто. А вот еще одна победа в нашу копилочку. Но на суперкаре чувак, конечно, там, видел, да? Дает газку. В штанишке поддает, да? Так, ну-ка. Опа. Мне одному кажется, или какие-то микрофризы, ребята. Кстати, я не могу блюстакс поставить, прикинь. А у меня на блюстаксе все мои игры. Черепашки, Юрский парк и там подобное. Не устанавливается почему-то. Пишет какую-то ошибку. Так, у нас скоро, кстати, будет сундук. Дай-ка я поменяю вид. Надо было девчонку, наверное, оставлять нам. Во. Мулаточка. Так, проехать через. Так, я вижу там лихач. Там лихач, суперкар. Воу-воу-воу, ну понятно. С лихачом, ребят, все ясно. Че, мне кажется, что ли, сейчас накажет тут, я так понимаю, да? Не смог. Не смог я догнать. Я пытался, ребят, но ничего не вышло, к сожалению. Блин, мне с таким трудом сюда забраться, а он просто в легкую. Так, а у него... у него еще и нитро стоит. И я первый. Слушай, я первый. Но это... Ты знаешь, это ни о чем не говорит. Блин, не успел бустануться. Идеального старта не было. Да ты посмотри, а? Чувак на суперкаре там наяривает. Да и тот меня тоже обгоняет. Давай, 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 отлично. Доехали, допрыгнули. Я даже не ожидал, если честно, что займу здесь первое место. Ну, как ты видишь, у меня все получилось. А вот и сундук. Так, зимние шины, ускоритель, дым. Я вот думаю, болотистый кубок. Ничего страшного, если я на раллийном авто. Ну да. Вниз, вниз, говорю. Наверх чревато там, ребята, нам отдуплиться. Поэтому лучше вот так вот прокатиться. Есть. Давай дальше. Подальше от этих супостатов и буржуев. Погнали. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Да-да-да, правильно. Нет-нет-нет, да-да-да, я уже просто, ребята, минжуюсь. Просто минжуюсь. Я хочу
занять первое место, и поэтому начинаю нервничать. А возможно, зря. Потому что, как видишь, у меня все получилось чики-пуки. Вот здесь, конечно, начал скорость терять. Ай. Нет, 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 нет. Глупо, да, было с моей стороны, ребята? Да, с моей стороны это было... Оу, щит. Это была подстава. Да что ты там? Это, ребята, была подстава, конечно. Забытое шоссе. Ну, давай попробуем забытое шоссе проехаться. Да, да, ты правильно понял. Твою налево. Я там формулу, по-моему, обогнал. Ты видел? Нет, ты видел, как я сделал это? Если ты это не видел, тебе лучше пересмотреть. Потому что это было просто грандиозно, ребят. Давай, 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 не вздумай тормозить. Есть. Первая позиция. Не зря, не зря, ребят, я рискнул. А вон и 40 тысяч кубков. Так, дальше у нас опять идет кубок путешествий. Кто-то говорил: Рей, ну возьми чуть другую, ну погоняй, ну что? Ну, на чем я, ребят, погоняю вам? На чем другом? Могу баги предложить. Баги могу предложить. Твою дивизию. Только не на этой трассе. Баги, блин. Как по мне, по-моему, она для этой трассы совсем не... Ну что за фрезы-то еще пошли? Фига я там... Свистунка-то дал, прикинь? Чуть-чуть. Чуть-чуть, ребят, не дотянул. А если бы я там горючку бы подобрал бы, скорее всего, было бы все нормуль. Как этот болотный хмырёныш меня, блин, перепрыгивает, я не понимаю, а? Что у него там стоит? Да ничего у него такого там нету. Но он как-то вот умудряется. Есть. Виктори, конечно же, Виктори. Сумасшедший город. Оу, тут еще и байкер. Давай, 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 родной. Вот и все. Тебе понравилось? Вот лично мне понравилось, как мы здесь выиграли их всех. А что уже? Странно. На моих часах 11 часов вечера, ребят. Что такое? Что? Ну что такое вот это вот? Привет и удачи. Здесь и в Ютубе. Спасибо большое. Блин, я вот заметил, на этом эмуляторе, ребята, почему-то... Посмотрите, с какой задержкой все идет. Ладно. Мили Шахтера. Ну, Мили Шахтера, извини, я уже буду все-таки на этой машинке ехать. На раллином авто. Фига мы тут пердачок-то подпалили себе, нормально? Блин, меня бесят вот эти вот фрезы мини. Вообще не в тему они тут идут.
Так, давай-ка мы вниз, наверное, пойдем. По низиночке, я думаю, что это будет самый топ. А тут одна гонка еще к тому же, да? То есть, халявушка пришла, называется. Судя по всему, так оно и будет. А вот и финиш. Все, ребят. Первое место. Даже ниндзю этого обогнали. И 6000 монет мы забрали. Так, гора смерти. Блин, гора смерти. Тут, наверное, надо было... Сейчас посмотрим. Вдруг нам повезет и гора смерти будет к нам милостива, да? Все получилось как нельзя лучше. О-о-о-о-о-о. Все там выпендриваются как только могут. Но я выпендриваюсь, по-моему, сейчас в данный момент круче всех. Согласись. Так, а вот у нас как раз и ледяные эти горы. Насколько я помню, здесь можно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди ты в пень. Прилетел тут, понимаешь ли, мне. Еще не дорос. Нос надел морковки. И теперь думает, что он крутой. Конечно. Салабон-то не крутой. Так, еще один... Одну медальку, ребята, мы получим с вами. И мы получим с вами... Детали. Весенний город, день чудесный. И, наверное, весенний город я поеду вот на этом. Что скажешь? Да, ну не я один такой тут умный, да? Ах ты гад. Ребята, он на форсаже. Если я еду на нитро, то он на форсаже шпарит. Прикинь, я даже первый приехал. Некогда было даже тут ребята что-то комментировать, потому что на стримаче полнейшим ехал. Ты сейчас серьезно? Чувачка просто размазал. Просто размазал. Размотала, так скажем. А почему? Потому что он ехал без защиты. Вот и все. Есть. Он себе защиту там не ставил, да, ребята? У него нет защиты, поэтому любой удар об потолок ему чреват жизнью. Он ловит, ловит, ловит. Он ловил там горючее, ребята. Но, видишь, все-таки моя правда была. Блин, тут еще четвертая гонка. Я уже думал, что все. Блин, меня больше интересует, когда же я установлю черепашек и смогу ли я в них поиграть. И Юрский парк тоже неизвестно, ребята. Смогу ли я установить. Что-то я еду как сумасшедший. Только вот не говори, что у тебя хватит. Вот он, профессионализм.
Никуда, как говорится, не денется он, ребят. Он там ехал на форсаже, а я ехал... А я ехал на добром слове. Рэй, делаешь видео про... Рэй, делаешь видео про другие игры? Рэй, делаешь видео про... Какие, например? Так, ладно. Я не вижу воду, ребята. Вы в курсе? Я ее терпеть не могу. Но ехать надо. Ехать надо, и ничего ты с этим не поделаешь. Баги. Баги вырвалась вперед. Так, ну тут что, тут главное, ребята, не впендрюкаться. Как мы обычно можем с вами. Вот, например, здесь. Смотри, сейчас на меня еще упадет, нет? Доедем. Все. Первая позиция. Первая позиция. Это же найс. Плюдинг. А что он там где-то сдулся, этот Плюдинг? Потому что он вроде как первым ехал, а потом что-то... А потом он где-то сдулся. Тьфу ты, я думал, что тут... Ай-яй-яй-яй-яй, вот это, ребята, я лопухнулся. Я думал, что там будет матч-тап, в который мы все время врезаемся. И этот, сбавил скорость. Ну, слава богу, все равно первым приехали. То есть мне сразу крышу сорвало, да? И если я не ошибаюсь, я сейчас приземлюсь. Да. Прямо перед трубой. И она сейчас внизу будет. Блин, обманули. Это вообще не та трасса, про которую я думал. Ладно, та не та. Главная победа. Кубок Сумрачной долины. Так, у меня, кстати, 91 тысяча монет. Мы можем себе, кстати, качнуть что-нибудь. Кто-то меня обвинял, Рэй, наживаешься типа на команде. Каким образом, ребят, я наживаюсь на команде? Я что-то не могу понять. Я вроде у вас ничего не требую. Что значит наживаюсь на команде? Да блин, ну как это... Вот как вот это вот... Че так моргнула ты? Как он сюда быстрее меня, блин, приехал? Объясните вот, пожалуйста, а? Ну как он приехал быстрее меня, блин? Тем более понизу. Тем более ты видел, как он быстро там? Он был где-то наравне со мной? Все, да выделывается, по-моему, парень. По-моему, он довыделывался, если мне, конечно, не показалось. Он вроде как перевернулся, но я не знаю, насмерть он там. Или еще побрыкается. Я знаю, что первое место у меня точно. 7 очков, да, и я первый. Жить. Блин, чуть-чуть не дотянул. О, кстати, ребята, давно-давно не было магнитной цепи. Блин, я не ту конфигурацию машины взял. Ай-яй-яй-яй-яй. Знаешь почему? Потому что здесь у меня нет крыльев. И вот только из-за того, что у меня нет крыльев, мотоциклы все, короче, разбились в хлам. Абсолютно все. Никто не разбился в хлам. А я думал, что... Ну я видел, что они там, ребята, врезались. Я думал, что они в хламину разобьются, но нет. Да что с машиной? Это не так, что? Не надо мне наверх.
Походу второй, да? Третий даже. Ой-ой-ой-ой-ой, третий. Так, пипоны. Ты посмотри, как этот пипон улетел уже, ребята. Как? Объясните мне. Он улетел вообще из зоны нашей видимости. Третий, что ли, у меня? Как я могу быть первым? Я не понимаю, ребят, как я занимаю первые места. Вроде фейлюсь. На танк. Усиленное, да, получил? Ну что, друзья, скоро, как ты понимаешь, у нас будет босс. Через заездов 15. Давай, 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 давай. Отлично. Вот здесь мы, кстати, очень хорошо пропрыгали. Я тебе скажу, очень, ребята, круто получилось. Просто идеальнее никто бы не смог, чем я, проехать. Ну, сам себя не похвалишь, сам понимаешь, да? Ребят, никто не похвалит. Обделался, признаюсь. Признаюсь, что я тут обделался по-жидкому. Что он там себе взял еще? Он себе взял вот эти вот вертушки, да? Которые при приземлении ему дают ускорение. Да, так оно и есть. А мне просто надо было чуть-чуть, ребятушки, набрать скорости. И, сами видели, я финишировал. То есть, быстрый — это еще не значит, что ты умный. Иногда должно и фартить. Ну, это очень редко, конечно, мне фартит, на самом деле. Обычно никакого фарта, ребята, нету. Чуточку такой задел. А тот врезался хорошо перед ком. Не получилось у него, короче, меня обставить. Так, что там в команде пишут? Рэй, пишешь видео? Да, пишу, ребят. Что-то я не получу такой-то. Так. Это моя шахта, да? Ну что, давай посмотрим, чья это шахта, моя или... Блин, если я сейчас так буду дальше ехать, это будет не моя шахта, это будет... Это будет моя могилка здесь. Есть. Сегодня что-то какой-то в азарте прям. Прям на кураже. Согласись. Ты чувствуешь, да? А знаешь почему? Потому что палец у меня болит. И он затекает, ребят. Порезался. Очень сильно себе палец разрезал. Кровоточил. Причем разрезал в душе. Когда мылся. После работы. А по смесителю, можешь себе представить? А он весь там заржавевший. Фу, короче, даже вспоминать противно. Я думал, что все, хана, заражение сейчас какое-нибудь себе занесу. Йодом, зеленочкой помазал. Ну, вроде, слава богу, не пульсирует, ничего, но болит. Порезал еще на таком месте, как бы. Не там, где подушечки у пальца, а... Ё-моё, нафига я так полетел? Да, блин. Слушай, отвали, а? Ну, первым. Ух, вот это было захватывающе. Не там, где подушечки, а, ребята, прям вот самый торец пальца. Круто, когда ролик будет? Ну, я не знаю, ребят, наверное, завтра. Сегодня я уже вряд ли успею. Сегодня я уже вряд ли, блин, успею, потому что... Я еще с работы не спал, ребят. С ночной смены я еще не спал. А знаешь, почему не спал? Потому что... Почти полдня Windows устанавливал. Установил Windows, вроде бы все нормально. Ну вот, потом я тебе говорю, проблемы пошли. То BlueStacks не устанавливается, то устанавливается. То жесткий диск, кстати, у меня еще один очередной сгорел. Надо покупать новый, а он стоит 4 рубаса, ребята, на 2 гигарика. 4 рубаса, ты представляешь?
Вот так вот, такие вот ценнички. А это еще дешево, тебе скажу. Так, куда я еду-то? Ой-ой-ой-ой-ой, я упустил, ребята. Я упустил фортуну лотерею. Я не попал в трубу. Вот, есть. Давай-давай-давай, отлично. Видел прям, как этот, как карасик. Хлоп-хлоп. Че, одна гонка, что ли, здесь? Ну да. Как с куста. Эх, ребятушки, скоро босяцкий будет. Так, кубок «Скалистая дорога». Слушай, по-моему, на ралли... Блин. Поехал я вниз. Дурачок, надо было ехать поверху, да и все. Вот бес меня, как всегда, попутал, а. Ладно, я этого дариоча, сейчас я его отдариочу по полной программе. Сейчас мы посмотрим. Да какого фига ты, блин, так подлетаешь-то высоко? Ну, на... Слушай, дрючи. У него что там, я не могу понять. Откуда у него там турбина? Из жопы, что ли, торчит? Трындец, я тоже так же ехал, как он. И у меня почему-то турбина не сработала. А у него сработала. А знаешь, в чем еще проблема? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это я, ребята, вот это я захотел обмануть. Блин, лучше бы я поверх поехал. Нет! Так, получается у меня 5, 6 очков. Какой я по счету иду? Второй. Ну что-то в команде опять пишут. Рейн, у тебя подписан в Ютубе на твой канал. Спасибо большое, Максим. Ту-ту-ту-ту. Ага, я жду. Так, жди, а у меня песок в купальнике. А давай попробуем без крыльев песок в купальнике пройти. Обычно я беру здесь крылья, ты знаешь, да? Ой-ой-ой. Ой. Фух. Трэш. Вот сейчас было, конечно, опасно, друзья мои. Ать. Ать. Тихо, ты не перевернись, дурачок. И плавненько, так плавненько идем на финиш. Ну. Песок в купальнике, песок в трусах, песок в носках, песок в зубах. Мне не нравится вот эта фура. Знаешь, почему мне не нравится? Потому что она, вот у нее очень... Все хорошо, ребят, на, именно на... Да ладно. Ну это прям... Я, ребят, не знаю, как это назвать. Тьфу. Замешкалась базука. Ну как он там сделал круг, извини меня, вокруг себя, ты видел? Он просто сделал сальтуху. И не разбился при всем при этом. Он не разбился. Он встал на колеса и чуть было меня не обогнал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но я все равно первый. Ну, я имею в виду по очкам, естественно, первый. Блин, наверное, еще гонка и будет у нас босс. Зеленый кубок. Друзья, потом надо будет еще как-то заработать 10 тысяч кубков. И 50 тысяч в любом случае нужно взять, чтобы нам взять этот турнир. Но это полбеды. Меня больше волнует, как все-таки, ребята, черепашки запустить.
«Всадники Олухов» и «Юрский мир». Я уже молчу про остальные игры, которые у меня постирались все. Я уже и забыл, какие там у меня были. Если что, пишите, напоминайте мне, какие были там у меня. Блин, а этот survival, его же все, ребят, по-моему, да? Сейвы-то профукались. Его начинать все заново только надо. О-о-о. Ну, про выживалку-то я имею в виду, про эти. Там у меня их две было. Вот чем я, ребята, ненавижу эмуляторы на андроиде. На этом такого нету. На Apple. Вон у меня лежит этот Apple-овский. Этот, как его, блин, планшет. Все игры, которые я играю, все остаются, ребят. И все, и сейвы, и все. Единственное, что памяти, конечно, очень много, ребята, занимает игры там. Слушай, да иди ты в задницу, прицепился-то ко мне, а? Есть. Сосунок. Так, приступайте к развлечениям, гоночка. Ёк-макарёк. Ой, сейчас газанет, чувачок. И вот здесь, наверное, газанет он, да? Скорее всего. Нет, не вышло. Так, ребят, первая гонка за мной. Блин, давай попробуем вторую взять. Нет, 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 надеюсь, не возьмет он. Ну тут-то, конечно, блин. Есть! Да, друзья мои, первая позиция, все. Все, я первым буду, даже не имеет значения, выиграю я в третьей гонке или нет. Первое место мне тут уже обеспечено по количеству очков. Естественно, друзья мои, по количеству очков. Нет, низ, 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 низ. Блин, вот сейчас он меня здесь, наверное, немножко подрежет. Ну и тут, ребят, я его даже сделал. Даже на третьей гонке. Хмырь болотный. Ну что, друзья, вот они и 40 тысяч кубков. Вот они, 12 тысяч монет. Так, что в команде? Угу. Это мы уже читали. Ну что, друзья мои, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!